сметану за кольору. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Я ж понял, я ж, знаєте, не дурачок, людина. Людина вчилася в школі. Йо-моё. Мама рідна, де ти є? Минулого конкурсу капітани не могли розмовляти. Не будемо приховувати, що у нас проминула думка частіше проводити конкурси, де ви мовчите. Але сьогодні капітани отримують обмеження дещо іншого характеру. Вони не зможуть бачити. І взагалі, сьогодні страва буде, мов, дружина арабського шейха. Її не побачить ніхто. Ні в каком случае замуж шейха я не выйду. Ну, вообще, видели меня? И если я надену эту вот повязку, эту паранджу, это что? Мои длинные ноги закроются. Моя красивая талия и вообще не будет видно. Моя личика просто закроется. Ни губок не будет видно, ничего. Ну, однозначно, только поэтому я не выйду замуж за шейха. Новсен, перед тем, как дізнатися правила конкурсу, пропоную выбрать капитанів. Настю, а чого ти мовчиш? Я не молчу. Чого не нагадуєш про бонус, який отримала в минулій програмі? І прийшло час, щоб його використовувати. Я розумію, що першим, хто понесе це тяжке бремя, буде Настенька. Хо-хо! Знаєш, я вже, знаєш, я так суддям був благодарен, так благодарен, думаю, боже, наконец-то эту гадюку сейчас впихнуть такой прям, ну, конкурс, там, где можно вот так налажать, что ты тоже на себя надеешь уже черный фактор. Ну, вот не отвертишься от этого. Будешь сьогодні капітаном однієї з команд. А капітаном другої команди стане... Як завжди, давайте, давайте зараз виберіть не мене, зараз буду опять сидіти, кричати, оце, а чого я мене капітаном не вибрав, а чого мир так жорстокий? Кароліна, ти будеш другим капітаном. Наконец-то! Понимаете, я Каролина, це я капитан, я наконец-то капитан! Ау! Ты радостная? Я понимаю, понимаешь, я стою такой, две гадюки капитанами будут. Это просто нечто. Ну, а конечно, одна из них уже в черном, осталось впихнуть и вторую. Я прямо сейчас расплачусь. Знаете, вот в этот момент я реально искренне порадовалась за нее. Я понимала, что мы все в разных командах, я понимала, что мы как бы соперники, но мне было все равно, реально. То есть главное, что наконец-то ее мечта сбылась, ну слава богу. Вот, короче, она капитан, я капитан, я такая, ну поздравляю, пятюнями обменялись, вот, и я набираю себе команду. Артур. Это будет. Юра. Верхоляк. Марк, обойдешься, Стань. А, точно, я забыл. Олег. Бери Лукомского. Не хотела Олега. Саша, Лукомский. Настя, кто приедается до тебе? Шульга. Наша команда бере Барбі Кена, а Барбі Кен – скотина. Бо мій, він зараз зжимає все від косметика, а в мене губи якийсь герпес, зв'язку, чи він мені нічого не дав. І він каже, що він не має. А він жмає тої штукатурки, більше штукатурки, ніж на моїй хаті стоїть. Все, Юрій, якщо ми програємо, то це плохо буде. Мені достать Стане, я б там обращусь на свою команду, і я розумію, що тобі, у нас всі чорні. Всі, крім Юрі, розумієте? Ну що ж, перейдемо до завдання. Готувати в цьому випробуванні будуть всі, окрім капітанів. Адже їхня сьогоднішня роль – заплющеними очима розгадати свою вишукану страву і переказати її рецепт команді, що стоятиме за ширмою. Наосліп ви будете керувати своїми командами.
Капитан нам должен своим голосом объяснить вкус, все детали, например, презентацию, объяснить каждую малейшую деталь. За ширмою вас чекають страви під баранцями. Отже, капітани, команди, прошу займати свої місця. Боже, така думаю, слава Богу, Настю сьогодні видіти не буду, вона не буде мені портити мої нервні клітки, і сьогодні я сохранюсь дуже добре. Капітани. Що ж, капітани, час додати у ваш сьогоднішній лук трохи стилю. Вдягайте окуляри. Брови мої, брови, господи. Это такое чувство, знаете, как будто в дыре. В черной дыре, где нет ни света, ничего. Команді червоних треба приготувати бурякове перелотто, крем світної капусти, капусту брокколі в темпурі та бейбі восьминогів. Все це прикрасити слайсами дайкона та мікрогріну. Перелотто – це майже те саме, що різотто, але готується з перлової крупи. Надіваю ці очки, а вони просто якісь вакуумні, розумієте? Вони прям аж присосались, тако просто... І все. Я навіть моргнути там нормально не могла. Зачем мені очки? Мені достатньо лінзи зняти. І так сліпо шарю, мені ще очки ці чорні дають. Взагалі, я думаю, клас просто. Вот так от. Команді синіх треба приготувати свинячу корейку з кісткою, крем з фіолетової картоплі з базиліком і зеленою цибулею, ескалопом фуагра і тартар з манго та перцю чилі. На роботу у вас буде півтори години. Щас пішов. Настя! Настя! Що там красне? Перше, що я знайшла тарілку. Знаєте, так от, як шпіон такий, як не знаю хто, як я зі сторони, блін, який-то як червяк такий, знаєте, як крот, от як крот, як сліпий крот. Отака, ребята, красне, чорна тарілка. Що, Настя, ще раз? У красних чорна тарілка. Как ты это могла понять? Я потрогала. Знаете, вот я бы наше сказала, там плоска, а тут скажет черный. Знаете, она кулюра разрезняет. Телепат. Дальше, что там? Сейчас все будет, стойте, не орите. Потом так пробую какое-то мясо, я ем, не пойму вообще, что такое мягкое. Настя! Не орите! Стою такая, знаете, как кролик. Я не знаю, на кого была похожа со стороны. Ем, пробую, пытаюсь не нарушить сразу презентацию всю. О! Ребят, красная команда, варите капусту белую, господи, цветную, поняли? Цветную капусту проварить? А что из нее, пюре сделать или что? Нет, просто соцветиями, соцветиями такими, знаете, средними варить. Я завел капусту на соцветие, кинул ее в воду и, в общем, начал ее варить. Быстренько сейчас сделаю кляр. То есть мука с яйцом и там чуть-чуть соли, специй. Да, в общем, быстренько себе замесил, сделал какую хочу консистенцию. Что там дальше? Каша похожа на булгур, что ли? На что? На крупу? Ну ты попробуй, какая там крупа? Булгур. Булгур? Да, да. Ну я ж думаю, треба ж вкусний булгур здіяти, я ж давай туди і розмаринчика добавив, понімаєш, всі діла. Начав булгурчик варити там на сковородочці, як різотто, ну як положено. Карина, тарілку скажи сразу! Чорна тарілка в нас теж, ребята! Король, тепер що по центру? Сейчас, подожди, дай мне надо все налапать, заполнить презентацию. Потому что все, зараз начну пробовать, все переколупать и все, потом ничего не пойму. Лапаю, лапаю. В центре мясо! Зараз я поражу, я зараз скажу, что в центре лежит мясо одним куском или оно порезано? Великий кусок мяса, десь приблизно сантиметров 10. А какого мяса? Попробуй. По вкусу что это? Это свинка или коровка? Я не мог понять, что это. 100% не говядина. Тут есть косточки, нет, чуть-чуть косточки. Это, может, баранина. Это баранчик, да? Это баранина, походу. Я пошел, взял свинину изначально. Там были косточки.
Смотри, баранина там есть, но там чисто кости. Тут есть еще мясо, тут тоже кости есть. Но это свинина, это свинка. Це не свинина, це баранина. Так это караягненка. Да, походу. Так что ж ты мне мозги пудришь, а? Марк стал за мясо. Возможно, хочет учиться, исправлять свои ошибки, поэтому флаг ему в руки. Ну, точнее, мясо. Давай дальше! Ребята, тут я чили! Перечили! Это кушать. Я понимаю, что это она показывает чили своим звуком. И мы притащили это чили. Дуже меленьким кубиком перечили. И я занялась тем, что начинала резать это чили. Кто тут еще один кусок мяса? Подожди. Так я думаю, что за кусок? Так я думаю, что-то новенькое. Я начинаю пробовать. А, тут еще кусок фуагры, ребят! Ага, кусок фуагры. Я положив цю фуагру, ну, на розкрилю. За 2 секунди, коли дійшов до солі, там уже от так було масло, жира ось от фуагри. Просто не представляю, откуда вона береться. Чи коли гусь живий, він в себе, в свою печенку якийсь синтол вхалує, я не пойму. Настя! Давай, поки Каріна заткнулась, кричи! Щас. Смотрите, здесь, походу, є слайси. Какой-то редьки, поняли? То есть это не редис. Ну попробуй на вкус редиска. Не, это редька, типа, знаете? Что-что? Слайсы редьки красивенько сверху на презентацию. То есть это не редиска, большие слайсы. Так, сверху редиска. У нас какая-то крупная. Ну это не редиска, это что-то вот, ну... А может это топинамбур? Возможно, да! А топинамбур больше по вкусу, знаете, как похож чуть-чуть на ну, что-то хреново, что-то вот такое. Ну, то есть более такой ядреный, чем редиска. Из этого топинамбура получаются как раз большие слайсы. И как раз все сходится. Ладно, я его взял на мандарине, натер себе на слайсики. Ну, слайсы, конечно, грубоваты получились, толстые. Ну, все же. А украшения там, микрогрин что-то есть? Понимаешь, что у меня трава во рту? Я эту траву вытаскиваю. Начинаю трогать листики. Так, это микрогрин посередине сверху. Я такая, знаете, я беру пальцы вот прям вовнутрь этой презентации и начинаю вот так вот что-то пробовать. Здесь еще есть бэби-осьминог. Иди чисти осьминога, давай. А, смотрите, здесь еще один осьминог. Я сразу взял те 8 ног, я чищу. Здесь 2 почистил. Беру третий. И тут я, когда брал третий, я взял еще такой сбоку. А это не бейби. Здрасте, а какой это? Это такой. И дивлюсь, вот этот маленький, типа бейби-бейби. А это какой-то тинейджер уже больше, знаете? Підрісток, знаете? Это бейби, Ярик, ты что, не видел большого осьминога? Я такая пробую. Вот, вроде бы цветная капуста. А потом, когда я дошла до этих пупырышек, я поняла, что это брокколи. Ребята, это брокколи! Брокколи и цветная капуста! Это Блин, нормально, ага. Олегу вже то розбирав, старався, варив. Ви знаєте, мені хотілося, вона потім вийде, взяти таку качан капусти і в рот запхати, і хай пережовує. Ребята, це брокколі! Брокколі і цвітна капуста! Та ми услышали! Ці запахи смішалися, і от із-за цього мені було дуже складно определити, що це за блюдо. Якби це було все по отдельності, понятно, ти підійшов, понюхав, ти вже зрозумів, там помідор, огурець, перець, там, мука і так далі, там, не знаю, може бути, навіть якісь фрукти отдельно. Але якщо все вместе зібрано, це було дуже складно. Ребят, я
похоже на горохове пюре. Наверно, наверно, це зелений горошок. Горохове пюре? Да. Я ж таки взяв горошок, взяв сливки, короче, поставив воду, типа там, прикип'ятив. Вона далі почала об'ясняти, типа. Горохове пюре, воно капельками. Гороховий крем? Пюре оце, воно капельками. Ви не робіть його прям дуже густим, воно таке кремообразне. А, окей, окей. Значить, вершків багато не треба. Да, да, да. Ребята, тут походу два пюре. В моїй голові це було дуже странно, тобто взяти, виложити пюре і віддільно, віддільно вообще зробити капельки ще цього самого пюре. Тому якось це странно, напевно. Какое второе? Ну, якісь і картопляне, ну, і горохове. Не знаю, якісь як смесь, просто реально смесь. Похоже на картошку. Може бути, це патата? Ні, ні, воно не сладке. Французька картошка фіолетове. Возможно, я ж не знаю, я не бачу, Марк. Та ти, фіолетова картошка по вкусу, вона така, знаєш? Блін, як тебе так об'ясняє? Крахмальна, да? Ну да, такая. Ну похоже вроде. Я така почувствовала, що горохове це буде капельками, а з картошки це вже буде це от просто виложене. Коли ви зробите пюре з французької картошки, ви попробуйте його, пожалуйста, і об'ясніть, яке воно на вкус, хорошо? Опять поставив воду. Вся картошка вона маленька і чистить так 3 дні. Я її поки не чистив, короче. Бросив теж варити, короче. А поки вона варилась, там нам почала опять Кароліна інформацію давати. Значить так, фуа-гра, каре пожарили і довести в духовки. Кароліна, не ори! Ви й так більше всіх базарите! Та ти орёш більше всіх! Пасть закрой! Закрой свою! А ну не ори на Кароліну, ти й пасть закрой! Будеш не так щас базарить, вылети все, понял? Ты щас вылети, ты меня понял? Что ты мне здесь, давай! Поговорим давай. Потом, после, я тебе сказал, выйдем, поговорим. Выйдем, побазарим, СБ. Орать он на меня будет, собака. Она, понимаешь, так орёт, что, понимаешь, чуть не втирается там вместе, понимаешь? Та же Донася пищит своим голосом непонятно, а та тупо реально орёт. Вот она орёт, и её не слышно. Ну что я могу сделать? Вы кость, посмотри, по пальцам! Какая кость по пальцам? Скажи, пожалуйста, Каролин, ну серьезно. Марк, подожди, хай Настя скажет мне по очереди. Вы поставили булгур? Да, 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 уже он почти готов. Настя, восьминоги пожарите чи сварите? Брокколи, я ж говорила, сначала отварить, потом пожарить. Да який брокколи? Пожарить немного в кляре. Да закрийся. Чи сірка в ухо залізла, не знаю. Чи треба її там закапати чимось, витягнути ту сірку. Чи ту Кароль... від Кароліни залужило. Восьминоги, походу, немного отварені і немного... І на сковороді немного. Хорошо. Перший його обшпарив, воно закрутилося. Тоді кинув на суху сковороду, обжарив, потім додав масло і ще раз на новій обжарив. І зробив з них файних красавиць шипів. Вони були ще гарніші за барбікен. Барбікен аж почав ревнувати. Марк, ти коли на битві чорних картошку через сіте перетирав? Конечно. Обязательно. Да ясно, что там. Да не, просто интересно. У нас вроде бы нормально, и шло все хорошо. Я потом, когда доделал это пюре из картошки французской, я его долго перетирал, моя рука так болела. Прикинь, эту картошку, я же не в блендере. Вот так, с такой любовью делал. С такой любовью. Каролин! Да! Помнишь, ты сказала, в картошке должен чувствоваться крахмал? Да. Вин есть. Король, косточка, она отрубленная или по сантиметрам? Какая наверх? Она как палец большой. Короче, бери свой мизинец и тупо как мизинец по длине мизинца. Каролина, стой! То есть мясо окутывает кость и обжарено вокруг. Марк, дивись, мясо возьми, ой, кажу, мясо це рука. Да тихо! А все пеху. Да закрой ты, ты, я сказал! Я их блин, не слышу! Ну тут ты да сам тихо! Себя говори! Ты можешь рот закрыть? Да тихо, Марк, слухай! Закрой рот, пожалуйста, Юра! Марк! Мясо це рука! Берешь другий в конец пальца, прикладаешь до руки.
получается, палец до пальца. Понимаешь? Что ты уже до меня доходит? Взял ладонь. Давайте все вместе давайте. Берите ладонь, положите ее, короче, куда-то на поверхность. Положил. Возьмите палец. Ладонь – это мясо, палец – это кость. Положите ладонь, положите возле палец. Вот так вот должно быть. То есть ее надо отрубить чуть-чуть? Да, да. Принял, хорошо, король, давай. Я смотрю на то ребро, понимаешь, пилить его надо. Ну, взял пилу, короче. Давай пилить ту кость. Мы скоро пилили по кости, короче, зачистили. Давай вот типа там, чтобы более-менее жарить. Только, Юра, смотри. Что? Там немного мяса будет у нас. Марк, давай его в духовку зараз, чтоб... Давай. Кистка. Все есть, все круто. Ты в сковородке став в духовку, там больше жару будет. Заворачиваю фольгу, кидаю в духовку. Я не понимаю, тут сделано какая-то, типа, как сальса. То есть такая хорошая столовая ложка сверху. Сальса из чего? Короче, отдельно нарезанный лучок, мелко-мелко, зеленый. Перечилить дуже маленьким кубиком. И, по-моему, мелким кубиком авокадо. И воно це все збризнуто якимось лимонным соком и чуть-чуть олійка, поняли? Может, это гуакамоле? Каролина, то таке та й гуакамоле. Типа да. Кстати, да. А, Юра, це похоже на гуакамоле. Юра притащил авокадо в итоге, и мы сделали авокадо, болгарские перцы, помидоры, хотя Каролина об этом вообще не говорила, но мы сделали такую сальсу и решили ее подать. Что у вас готово? Пожалуйста, скажите мне. И к этому моменту у нас уже, в принципе, был готов булгур, брокколи в кляре, капуста бланшированная, потом, значит, слайсы топинамбура и бебес многие обжаренные. И тоже давай нам же объяснять опять презентацию. Посередине ты рисуешь квадрат. В левом квадрате у тебя 3-4 столовые ложки этого булгура. Ты можешь говорить медленнее, а то ты так как будто Эминем, который читает рэпчик. Настя сегодня включила Эминема и пошла. Возьми здесь немного, порежь здесь немного, повари здесь немного. А булгур, походу, тоже, знаешь, как пропитался соками. Возьмите брокколи, отварите брокколи и добавьте туда кляр. Саша, там есть 3 осьминога. Посередине, немного сбоку, этот булгур, потом капуста в кляре, посередине, шульга! Поначалу я такой думаю, почему она мне презентацию объясняет? Думаю, а что это там Артура умнее, Ярик? Саша! Потом немного микрогрина! Мне казалось, что Настя в случае проигрыша хотела одеть Сашу. Ну, если мы бы угадали все продукты, но при этом у нас была бы некая презентация, а у синих было вообще все идеально. То Настя одела бы Сашу, я думаю, в черный. И бэби-осьминог перевернут щупальцами вверх! Да мне допитливает то, что она это делает специально, для того, чтобы в конечном итоге тупо съесть меня. Типа, ты делай презентацию, тебя в черный. Я же давай включать дурачка. Типа, знаешь, будто бы я как бы и понимаю, и не понимаю. Бэби-осьминог щупальцами вверх! Один осьминог большой, он смотрит щупальцами вверх, как бы, знаете, как будто он раскрытый. Не-не-не. Мадам, не на то ты напала, понимаешь? До свидания. Ну что ж, подожди, бэби-осьминог щупальцами вверх? А в смысле? Я уже ору! Настя, я тебя не слышу, они орут! Ребят, слушайте, потому что я не понимаю. Артур, я ничего не слышу, я Олегу говорю. Давайте вы спрашивайте, какая там должна быть презентация. Что, дурачок или что? Вообще не соображаю. В левом углу булгур как? Как бы нарисуй квадрат посередине. И в левом углу у тебя булгур. Ну, просто знаешь, как немного по диагоналю. То есть все очень компактненько. То есть знаешь, называется прямой угол. Вот по этому прямому углу у вас выложен булгур. Просто, ну что ты нам объясняешь? Тарелка круглая, на ней продукты лежат. Как-то можно так говорить? Более приземленно, а не в своем алгебро-математическом языке, ну честно. Начнем на твои диагонали, но мы обойдемся и без них. Ну как двумя булгур как-то? Вот так. Осьминог с головой или без? Подрезать немного! Господи, как мы ломали свой мозг с этим осьминогом, я тебе честно говорю. Буду как Катя Сливинская говорить.
Это, короче, жестяк был, я тебе говорю. Участники, увага, залишилось 2 хвилини. Я на останніх минутах реально уже так вищала, как сумасшедшая просто. Когда я пошел отсчет времени от Димы, все просто, я там вищала просто как сумасшедшая. После сальца чуть-чуть микрокрида, и там рядом числа и средиски. Каролина! Каролина! Мясо должно стоять или лежать? И все орут, все кричат. Я ничего не слышу. Я уже такая думаю, блин, боже мой, как же мне жаль мои ушки. Я уже... Можно я сейчас попрошу прощения у своих ушек? Прости, пожалуйста, и ты прости. Я больше не буду в таком крике работать. Дайте папка. Давай. Каролина, мясо должно стоять или нет? Нет, воно лежить. Пюре из горошка, сколько капелек должно быть? Капелек 2,5. Давай в соску налейте капельки, в соске налей капельки, ты понял? Я вообще не ювелир, я не люблю, ты понял, вылаживать, мне лучше жить готов. Ну, ты бачила все руки? Слесарские какие-то, короче, слесарские руки, короче. Нет, не так, блин, ну куда ты ложишь, блин? Разве тебе нет понятия, как положить это? Участники, увага, залишилось 10. Салфетку дай, Саша. Где салфетку, я тебе возьму? Нема. Как нету? 9. Как нету, если вот салфетки? Вы что, салфетки не видите? 8. Если сказала салфетки, дай, значит они есть. Да что ты орешь, ты что? Потому что когда прошу, что я это сделать. Я ты не раб. Понятно, что ты мне не раб. Но попросила я тебя дать салфетки мне. 7. А, сверху на пюре из горошка мы положили микрогрин. Ну, так было очень красиво, как будто, знаете, вот такие вот сердечки, такой точечки. Как будто это точка в начале любви. 6. Презентация кучно должна так лежать. Десь в радиусе 5 сантиметров от борта, вона полностью тарелка чиста. 5. Кладем брокколи эти. Потом кладем топинамбур. 4. Сверху на булгуре микрогрин. Несколько таких лепесточков. 3. Ребята! Да! Да! 2. Одна. Ой, боже, пожалуйста, поможи им, боженьки, я тебя умоляю, господи. Все, Каролина, все супер. И стоп. Час вышел. Час пришел, вердикты почались. И смерть на кара, нам! Выходим первым их судим. Ну что ж, давайте подивимо, что вы приготовили. Чему они смеются? Что-то не так? Настя, ты задоволена вашей презентацией? У меня по ощущениям было другое. Более все компактно там было. Достает Эктор истинное блюдо, правильное, что мы должны были приготовить. Ого! Настя вообще не то говорила, там еще куча какой-то розовой штуки, за которую там перловка лежит, красная, понял, что в буряком соке, понял? И вообще, как она нашла один угол там, и было все в одной кучке, вот так вот, красивенько. Вам треба було приготувати бейбі-восьминога з буряковим перелотто, кремом з цвітної капусти, капустою брокколі в темпурі і прикрасити це слайсами дайкону. Обалдеть, вообще не то. Небо і земля. Ну що ж, ви побачили оригінальну страву.
А тепер перейдемо до вашого творіння. Ми оцінимо тільки те, що було присутнє в оригінальній страві. Восьминіг добре зачищений та майстерно приправлений спеціями. Але презентація. Хіба ви думаєте, що ми б для вас зробили ось таку презентацію? Вам потрібно було більше постаратися. Дякую. Брокколі не хрустка. Дякую. За смаком страва непогана, але вона не ціла. Дякую. Забирайте страву і повертайтесь на свої місця. Я розумію, що в них типа є ошибки, думають, ми зараз вийдемо, типа порвемо їх, типа так. Моя фугара, типа. Виходимо ми. Кароліно, тобі сподобалось бути капітаном? Наконець-то, тому що я вже думала, що ви на мене дуже сильно ображаєтесь, за що і спеціально мене капітаном не вибираєте. От, я вже тут дуже сильно обрадилася, що, по-перше, я капітан. По-друге, мені конкурс був дуже цікавий, але дуже-дуже складний. Я хотіла максимально передати презентацію, прям там сантиметрами об'єсняла. Ну, і капітан вона була хороша. Вона, типу, була в її, типу, силах, вона все це зробила. Вона не психувала, вона на нас не орала. Ну, що ті вона, да, вважаю, нормально була капітан. Давайте не будемо довго тягнути інтригу, адже здається мені, що Кароліні не терпиться подивитися на вашу страву під баранчиком. Такий момент просто... Я така, де стейк? Що за презентація? Я просто промовчала. Командо, що ви приготували? Представте страву. Баранину з п'юре із французької фіолетової картошки, з п'юре з зеленого горошку, з сальсою і фуагро. Собака, якщо зубами відре кавалок м'яса, той кавалок м'яса буде гарніший, ніж марк врізав ножем. Просто я дивлюсь, просто як ця косточка зачищена, який там кусок кості, потім цей кусок м'яса, який там... Ти взагалі реально просто шесть якась. Хоч би м'ясо одладали. Насправді, ви повинні були приготувати... Просто, знаєш, так, достань час великого, ще розстріляйте мене і все. Свинячу корейку з кісткою, крем з фіолетової картоплі з базиліком та зеленою цибулею, ескалоп з фуагра і тартар з манго та перцем чилі. Нужно було приготувати свинину. Кароліна сказала, що це баранина, а наш обалдеть умний Марк ідеально, розумієш, прям ну суперски, я ж приготовив ще. Просто тупняк тупняком, я не знаю, що ще сказати, розумієш? Нічого собі. Сальсу не ту зробили гуакамолі, мало бути манго і чилі. П'юре з гороху там не було, п'юре з фіолетової картофі вгадали, там був фуагра вгадали. Презентація не та взагалі, там яке сіно було, так багато тої зеленюхи на презентації, а в нас не було того. Ми спочатку і взяли свиніну. Те, що ви взяли, і те, що ви приготували, це різні речі. Ми оцінюємо кінцеву страву. Ескалопе де фуа. З усієї страви ви вгадали лише фуагра та французьку картоплю. Манго і чилі. Колегас. Крім цього, нам з колегами більш нічого оцінювати. Тому забирайте страву і повертайтесь на свої місця. Це жесть була, чесно. Я не хочу, блін, стидно. Стидно, що ми опять опозорились, коротше. Це не мастер-шеф, а мастер-позор, коротше. Опозорся на всю страну називається. Я розумію, що ми не так уж плохо і справились. В общем, дві команди збираються, і знаєте, от Ектор говорить. Червоні, у вашій страві не вистачало деталей. Але в той же час основний інгредієнт, а саме бейбі-восьминога, ви вгадали.
Він приготований на високому рівні і з кулінарним хистом. Брокколі, хоч і не хрусткі, але смачні завдяки пікантній темпурі. Тому, команда червоних, піднімайтесь на балкон. Спасибо большое. Ми побіжали на балкон. В кальянійній команді всі в чорному, крім Юри. Поэтому Юля, как камикадзе, в общем, берет на себя всю ответственность. Каролина, мені дуже шкода, адже сьогодні був твій дебют як капітана, але ти сама набирала собі команду. Чесно, я була дуже розстроєна, дуже сильно розстроєна. Я смотрю на Каролину, Каролина вообще убита, просто убита. Она стоит, на ней просто лица нет, знаете? То есть она так хотела стать капитаном, очень хотела стать капитаном. Юрко, оскільки ти єдиний без чорного фартуха, мені доведеться тобі його вручити. Я не можу сказати, що ми не винуваті. Ми могли просто включити логіку, всі зібратися, обговорити. Знаєш, в кінці, коли ти вже побачив це, ти включаєш, блін, чого ж ми додумалися, а там взагалі, типу, мозги не варять. Тим більше в мене є взагалі. Я п'ятий раз чорний. У нас традиція така йде. Якщо Артур отримує чорний, потім я мушу отримати і з ним зрівнятися, або його перегнати. От таке.